еще спою. Да. Еще спою вам песенку, которая, ну как-то так подобралось, что очень захотелось спеть именно последние песни. У меня есть первые песни, которые тоже были больше там про сердце, про любовь как-то. А я собираюсь сегодня, тоже это было такое внезапное приглашение на концерт, и собираюсь сегодня на концерт, я думаю, а что же такое я могу вам спеть? И мне показалось, что самые последние песни, они самые живые сейчас, животрепещущие. И следующая песня, она про мою внутреннюю войну, которую я проживала этой зимой. Это когда ты узнаешь, что ты не только такой хороший, когда ты узнаешь, что в тебе есть жестокость, когда ты узнаешь, что в тебе есть много очень сложных моментов, и тебе как-то надо их принять, чтобы идти дальше, да, двигаться от них куда-то. Пока ты не можешь принять, что ты вот этот вот и свет, и тьма, вот эта вот двоякость этого мира, и не можешь двинуться дальше. И вот эта песня, она мне первую неделю, я пела ее и плакала. Неделю просто пела себе и плакала. И благодаря этой песне я прожила этот сложный, очень сложный момент для себя.